Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Королева моя, ты несравненна. В моем сердце есть особое место для тебя, и никто другой не сможет его заполнить. Ты неподражаема и уникальна. На всем белом свете нет такой же, как ты. Я знаю тебя до каждой черточки, точечки и линии на твоих отпечатках пальцев, потому что я сам творил тебя, прорисовывая каждый оттенок на радужке твоих глаз. Я сосчитал волосы на твоей голове не ради эксперимента или просто для статистики, а потому что люблю и постоянно глажу тебя по голове, причесывая и приводя в порядок твои мысли вместе с тобой, а иногда наоборот, чтобы навести там своего шороха. Я приготовил для тебя несравненно лучше того, о чем ты мечтаешь. Не ограничивай меня в том, как, кто и что должно прийти в твою жизнь. Я не просто хочу подарить тебе, просто для примера, кровать, а хочу подарить тебе отдых на злачных пажитях. Ведь только я могу дать возлюбленной моей сон посреди бурь и штормов. Когда все вокруг в панике или тревогах, ты можешь, возложив все свои заботы на меня, спокойно отдыхать на моей груди. Это не безответственно, потому что только я, как Бог Шалома, могу сокрушить всех твоих врагов, и ты будешь танцевать и радоваться, идя по всем врагам и проблемам, как по ковровой дорожке, мною для тебя проложенной. Ты научилась правильно фокусировать свое сердце на том, как ты можешь использовать трудности в свою пользу, и потому они тебя не разоряют, а наоборот делают сильнее, оттачивая дары и таланты, как грани на алмазе, превращая его в бриллиант. И это обтесывание происходило не через руки других людей, а моими руками, точно выбирая угол и степень нажима. Ты мой шедевр, я ткал тебя в чреве матери, а теперь я вместе с тобой прорисовываю линии и оттенки на твоей душе, превращая ее в мое отражение. Ты как две капли воды похожа на меня, и я восхищаюсь этим, наблюдая за тобой. А потому не бойся быть собой и делать то, что будет приходить тебе на сердце. Я хочу участвовать в твоем творчестве вместе с тобой. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Голиковой. Друзья, всех поздравляю с Рождеством! Рождество Христово, оно не имеет возможности постареть, потому что это всегда свежая весть. В чьей-то жизни она должна произойти сегодня. Рождение Христа внутри каждого сердца. Рождение Христа внутри каждой судьбы, рода, города, страны, поселка. Это преображение. Это не только загорается звезда, но звезда утренняя, она возвещает о восходе солнца. А значит, солнце обязательно появится в зените. И наша страна, она войдет в свое предназначение. Обязательно войдет в свое призвание. Потому что на молитву сердца есть реакция небес. На молитву сердца есть всегда ответы неба. И когда мы с вами молимся, мы еще расширяем пределы портала, по которому идет ответ с небес. И слава Богу за то, что мы сегодня можем это делать. Я благодарю всех, кто уже поучаствовал сейчас и ввели меня в лирическое настроение. И поэтому я все-таки тоже хочу поделиться с вами лирикой. Господь напомнил мне одно древнее для меня стихотворение, но я хочу его тоже положить на наши сердца и головы. И пусть это сейчас нас вводит в атмосферу дальше, потому что Рождество, оно только стартует.
И пусть оно пойдет по нашей стране, так как у нас есть привилегия дважды его праздновать, то пусть оно наполняет и наполняет эта атмосфера города, страны, кабинеты, сердца. И, конечно, мы приветствуем всех, кто за экраном, но вы все равно вместе с нами у престола Божьей славы, потому что там, на престоле, у нас есть точка соприкосновения с небесами, друг с другом, с возможностью эту атмосферу принять и распространять. И пусть так будет, Господь, пусть так будет. Потому что мы хотим, чтобы эта земля не паникой и страхами наполнялась, не ожиданием бедствий, а ожиданием Твоего возвращения. Ты скоро возвращаешься. Ты скоро возвращаешься. И мы готовим Тебе путь. Мы желаем, чтобы слава Твоего последнего храма была больше прежних. Потому что это храм, который состоит из живых душ, из живых сердец, из тех камней, которые сам обрабатывает Иисус и кладет каждое на свое место. И говорит: вы сами из себя устрояйте дом духовный, священство святое. И мы можем это делать, и взаимоскрепляющие связи пусть нас соединяют. Итак, Он родился в такую же ночь, только лишь без снегов и метелей, чтобы гибнущим людям помочь, чтобы мы вечное счастье имели. Также звезды мерцали с небес, и луна одиноко бродила. Только ангелов чудная песня старый мир к новой жизни будила. Чудный гимн тот я слышу сейчас. Пастухи у костра, свет в пещере. Эта песня святая не раз придавала мне силы и веры. Знал ли он, что его в мире ждет? Для чего в этот свет он родился? Что толпа его зверски распнет и жестоко над ним надглумится? Знал ли он, что с семьей рыбаков он весь мир увлечет за собою, что сквозь сумрак далеких веков мы пойдем за ним той же тропою? Да, он знал, что его предадут на мучения, страдания и муки, и что ржавым железом пробьют его добрые, чистые руки. Для того он пришел в этот мир. Ведь об этом и ангелы пели, что пришел он, чтоб людям помочь, чтоб мы вечное счастье имели. Драгоценный Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты пришел в этот мир, и Ты о нас уже мечтал, когда мы еще не были рождены. Ты мечтал о том, чтобы ни один человек не остался прежним, чтобы все греховные путы, они были разрушены основанием Твоей Голгофы. Но перед Голгофой было рождение. Твое рождение на эту землю в смиренном состоянии царя над царями. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты показал пример от самого старта. Сначала сердце Марии, которое было способно поверить невероятному, что сила Всевышнего сойдет на Тебя. И что Дух Божий принесет это семя. И я благодарю Тебя, Господи, что Мария могла поверить. А мы сегодня входим в этот плод ее веры. Мы сегодня входим туда, где так много возможностей открывается нам сегодня. Потому что сокровищницы неба не закрыты от нас, а открыты для нас. Открыто для наших сердец, открыто для наших судеб. И мы пришли, чтобы вычерпывать из сокровищниц Твоих Твое отцовское сердце, Твою заботу, чтобы в этот праздник никто не оставался сиротой, никто не оставался забытым. Но пусть для каждого человека сердце Твое будет доступно в этот день, в эту ночь, в эту пору, которая пришла, Господь, и по всей земле идет это шествие благой вести, что Иисус Христос родился. Иисус Христос родился. Иисус Христос родился. И ангелы, они уже пели эту песнь. Слава вышних
Богу, на земле мир, в человеках благоволение, слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Господь утверждает слова своих посланников. И мы сейчас говорим то, что говорили ангелы. И для нас важно соединиться с этой вестью, своей верой. Потому что сегодня мы не констатируем факты, а сегодня мы утверждаем пророческое послание с рождением Иисуса Христа. И Он сказал, что в человеках придет благоволение и мир на землю, когда мы всю славу отдаем Богу. И пусть она не останется ни на ком из нас. Он один достоин всей славы, всей хвалы, потому что Он о нас мечтал, когда нас еще не было. Он творил мир через рождение Иисуса Христа. И поэтому сегодня мы здесь не для того, чтобы привычное сказать друг другу, поздравить с Рождеством, а чтобы торжество пришло в наши сердца, друзья. Торжество и радость не от привычной вести, а от сладостной вести, потому что Христос родился, чтобы ты и я родились свыше. Чтобы ты и я не остались в прежнем состоянии, проданными греху. Потому что грех не имеет над нами власти, когда мы рождаемся во Христе Иисусе. Когда мы переходим от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу, от Господнего Духа. Это не наши усилия, это Его благодать, которая работает с нами. Я, наверное, хочу еще с вами спеть одну песню, попросить, чтобы ее еще раз спели. «Тихая ночь». Я сейчас скажу историю ее. Может быть, не все знают. Но я почему-то сейчас хочу ее напомнить для современников. Для современников, друзья, потому что сегодня люди многие кого-то потеряли. Кого-то недосчитались. В своих домах, в своих семьях. Но вот эта песня, которая стала гимном Рождества по всему миру. Ее знают в каждой стране, где знают о рождении Христа. Она была давно-давно написана. По-моему, это был 18 или 19 век старт. Но в любом случае это была достаточно такая корневая песня, давняя. Что произошло? В одной семье накануне Рождества умер младенец. И мать, она была настолько потрясена этим горем, что она ушла, вошла в себя так, что ей было потом не выйти оттуда. Это состояние окаменевшего сердца. Это состояние огромных вопросов к Богу. Как в Рождество у меня на руках умирает младенец? Отец этого семейства был учителем в школе. И он каждый праздник ходил в школу, поздравлял детей. Но в этот праздник у него что-то было, большая тревога. Он понимал, что его жена может не вернуться в себя, и он тогда потеряет двоих. Но он все равно пошел поздравить детей. И когда вернулся, жена его продолжала сидеть в кресле, смотря в ту же точку, и ничего не поменялось. Тогда он сел к инструменту и сказал: «Господь, я не могу ее вернуть к здравости. Я не могу успокоить ее, потому что у меня тоже болит сердце, я не понимаю, что происходит». И он смотрел на луну, которая светила в окно, и звезда рядом, которая с луной. Он смотрел и говорил: «Господь, ты же знаешь, что мы сейчас проходим». И он положил руки на клавиши, и полились вот эти чудные звуки, на которые ложился текст вот этой песни. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит благоговение святая чета». Он тихо запел новую для себя песню. И в этот момент он увидел, что у жены потекли слезы. Ее сердце стало таять. И к концу этой песни она пришла в себя. И она смогла принять Рождество Христа как великую надежду встречи со своим младенцем. Поэтому кто бы кого ни потерял за это время, есть великая надежда. Иисус Христос родился, чтобы дать нам не просто надежду, а возможность войти в великие Его обетования. Поэтому благословим сейчас тех, кто
кто уже не вернется в дом физически, но пусть каждый будет найден там для вечности. И церковь святых, Божьих людей, она в состоянии поменять вечный приговор на вечное спасение. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас эту песню еще раз могли пропеть. Еще раз войти в эту атмосферу и благословить тех, кто вокруг нас, чудом преображения судеб. Чудом, когда сердца оттают. И когда благодарность к Богу польется из каждого сердца с пониманием того, что Иисус Христос родился и родилась надежда для каждого человека. Родилась надежда для каждой нации. Родилась надежда для каждого народа, для каждой страны, для каждого города, даже для того, для кого уже подписан приговор. А Иисус этот приговор может отменить. Последнее слово за Ним. Слава Тебе, Иисус! И мы можем сейчас вместе с той семьей, вместе со всеми людьми по всей планете, кто пел эту песню, пропеть ее сердцем и соединить годы и времена веков. Да, Он нам спас.
Тебе, святой, чудный, верный, всемогущий, грядущий на эту землю. Ты именно такой. И ты знаешь, как подарить нам народы. Как, молясь о землях, мы их принимаем от Тебя. Чтобы все было устроено в Твою славу и честь. Чтобы пути были проложены для населения. Чтобы дьявол проиграл по всем параметрам. По всем дорогам, чтобы он потерпел полное поражение. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что он уже в проигрыше. Но когда церковь Твоя поднимается, это ее победы, которым Ты определил быть на этой земле. И мы сегодня здесь, чтобы эти победы провозглашать. Мы здесь, чтобы в этих победах нам принять плод в своей собственной жизни, чтобы люди вокруг нас, они действительно радовались, они торжествовали в своем Боге не через заменители, а через то, что Господь воцарился в их судьбах. И потому нам нужен сегодня, друзья, новый народ, который поднимается с новым мышлением, с новым преображенным сердцем и рожденным свыше духом. Вот такой народ нам нужен сегодня на планете Земля. Такой народ тем более нам нужен в России. Поэтому мы говорим: народ новый восстает в стране. Встань и поднимись. Народ сильный, народ могущественного Бога, знающий лично. Спасибо тебе, Отец. И мы принимаем возрождение нации. Мы принимаем преображение земли. Мы принимаем восстановленные семьи. Мы принимаем свободу от безотцовщины. И сиротство уходит с земли. Когда ты приходишь и говоришь: я отец сирот и судья вдов. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф наш идет перед тобой. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Встань, поднимись, народ святой. Господь Саваоф идет перед тобой. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Мы рождены, чтобы побеждать. Наш Отец Бог и на нас Его печать. Мы рождены, чтобы побеждать. Наш Отец Бог на нас Его печать. Мы рождены, чтобы побеждать. Наш Отец Бог на нас Его печать. Мы рождены, чтобы побеждать. Наш Отец Бог на нас Его печать. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Пробуди. Спасибо тебе, любимый.
дети, похожие на Тебя. И пусть Твоя картина в нас проявляется ярче, мощнее, чтобы каждый, кто встретится с нами, встретился с Тобой, встретился с Твоим светом, с Твоей мудростью, с Твоей властью, с Твоими результатами и плодами, которые приходят к нам свыше. Вставай, народ в России! Вставай, народ по всему миру! Вставай, ожидай Господа! Потому что не только Россия нужна Господу, каждая страна, каждая земля нужна Господу! И мы говорим, Боже, встает народ повсеместно! Встает народ, который знает трудный зов! Встань, поднимись! Поднимись, народ святой! Господь Саваоф идет перед тобой! Наш Отец Бог! Наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог. Утверждай, страна моя, кто тебя родил, кто тебе дал возможность проходить через бури, кто провел тебя через ураганы, кто дал тебе выжить в период безводья, в период засухи, кто сохранил над тобой милость свою, кто превознес милость над судом. Это Отец твой, это Творец твой. О, хвала тебе, любимый, о, хвала тебе, что ты помыслил во благо о нас. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Наш Отец Бог, наш Отец Бог, наш Отец Бог, всемогущий Бог. Слава Тебе, родной, слава Тебе! Слава Тебе, любимый, верный, вечный, живой и говорящий, никогда не опаздывающий Бог! Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. И когда-то Исаия сказал, рождается ли страна в один день? Давайте мы воздадим Богу славу, что рождается. Рождается. Мы вступаем сейчас, завершая один год, вступая в следующий, чтобы страна была преображена чудесным образом, чтобы люди в этой земле познали лично каждый Христа. Друзья, нам кажется, как это может быть? Не знаю как, но знаю, что может быть. Потому что Господь, Он на самом деле творит чудеса, и каждый раз по-новому. Поэтому мы даже исследуя Его дела и чудеса в истории, а Он говорит, а Я творю все новое. И поэтому нам за Ним не успеть, но мы готовы за Ним идти. След в след, быть Его последователями, верить в чудеса. И чудеса начинают приходить. А уж тем более, сезон чудес – это рождественское время. Сезон чудес – это рождественское время. И поэтому мы принимаем эти чудеса в наши дни, в наше время. Господь, кому нужно какое чудо, Ты знаешь. Поэтому посмотри сейчас, в какой коробке к Тебе Твое чудо приходит. Посмотри сейчас, какой бант туда привязал Господь, чтобы это стало сюрпризом для тебя. Если там нуждаются твои родные, увидь в этой коробке Божий клад для них или их прямо в этой коробке. Потому что Господь творит новое сердце, творит новые мозги, творит новые руки, ноги, творит все новое, Боже. И кому необходимо сейчас исцеление на уровне клеток, приди туда, приди своим чудом, и мы берем в этих коробках все новое, что Ты даешь. Я благодарю Тебя, Иисус, я благодарю Тебя, что в это время это особый праздник мира, это особый праздник чудес, это особый праздник невозможное становится возможным. Невероятное становится вероятным. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Мы благодарим Тебя, потому что для нас это огромная ценность сознавать, что Господь царствует. Господь царствует. Господь царствует. Потому вселенная тверда и не поколеблется. Я благодарю Тебя, Господь, что мы стоим перед Тобой. Мы Тебе поклоняемся. Мы Тебя одного превозносим над всеми ситуациями, обстоятельствами. Мы Тебе передаем пальму первенства и говорим, Господь, не мы, а Ты.
Все, что мы делали, если Ты, Господь, руководил нами, мы могли сделать в послушании какой-то шаг. Спасибо Тебе, что Ты дал нам для этого мужество, что Ты дал нам на это верности. Это все Ты. И мы принимаем от Тебя сейчас свою жизнь, плоды верности. Потому что Ты сказал, верный человек богат благословениями. Спасибо Тебе, что Ты бодрствуешь над Словом Своим и хочешь, чтобы люди вокруг нас были верными. Верными Тебе, верными друг другу, в своих семьях, в своих домах, в своем призвании, чтобы быть поддержкой друг для друга. И я благословляю сейчас этому качеству прорасти больше и масштабнее, чем было до этого. Потому что те, которые с тобой, это званные, избранные и верные. И они с твоим войском приходят. То есть мы с этим войском соединяемся, когда мы избранные, когда мы званные и когда верность проявляем в призвании. Я благословляю сейчас церковь твою принять это семя верности, чтобы оно проросло больше и масштабнее, чем раньше. Семя верности примите в свое сердце, в свой дух. И те люди, которые оказались за кадром, кто мог быть в этом зале и по какой-то причине отсутствует, пусть туда придет это семя верности. Возбуди, Господь, ревность. Возбуди ревность. Пусть падут все цепи. Боже, Ты сказал молиться за угнанных, молиться за раненых. И мы сейчас это делаем. Мы посылаем через волны эфира это слово на возвращение. Всех, кого украл дьявол, всех, кому он затуманил глаза, кому он пришел туманом в сознание, во имя Иисуса Христа мы говорим, развейся туман. Развейся туман и приди здравый смысл каждому человеку, потому что не людям мы служим, а Богу. Богу всемогущему, Богу вездесущему, Богу, который никогда не опаздывал и не опоздает. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты позволил нам быть носителями Твоего Царства, распространителями Его по этой планете Земля. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что мы молимся, а Ты слышишь. И Ты говоришь, о народ мой, не умолкайте. Не умолкайте. Доколе я не восстановлю светильник в народе. Боже, я не знаю, сколько для этого нужно время, но раз Ты сказал, не умолкайте, помоги нам не молчать. Помоги нам говорить с Тобой об этом, чтобы светильник в народе был восстановлен. Чтобы масло потекло рекой по всей земле нашей, снимая чужое ярмо, разрушая всякое ярмо на шее народа. Я благодарю Тебя, Господи, что мы можем отдать Тебе всякое неверие, которое было за эти годы в нашей стране, принося покаяние за то, что это навязывалось людям с ранней школьной скамьи. Пусть никогда больше этот сезон не вернется в нашу землю. Боже, это наша просьба к Тебе. Это наша молитва, но мы говорим, живая вера, возвратись. Живая вера, вернись. Не традиции, не какие-то ритуалы, не какие-то догмы, а живая вера, вернись. Вера как дар, вера как семя, вера как любовь Отца к нам. Потому что имейте веру Божью. Так написано в Твоем Слове. И мы принимаем веру Божью, не суеверие. Не какие-то традиции, которые могут уводить людей в оккультную практику. Вот от этого избавь, и мы сейчас ставим стену и проводим линию крови и говорим, оккультная практика в этой земле, ты потеряла всякую власть, ты потеряла всякое влияние, ты потеряла это влияние на умы и сердца людей, и мы перекрываем этот канал, мы перерезаем эту пуповину, которая тянулась многие годы из языческого поклонения. Мы говорим, стоп! Дальше не продвинешься. Стоп! Дальше не продвинешься. Господь царствует, потому вселенная тверда и не поколеблется вовек. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сказал, что слова посланников Твоих Ты утверждаешь. И мы говорим, города разрушенные, будьте построены. Будьте вновь построены лучше, чем раньше. Города разоренные, будьте восстановлены. Будьте восстановлены.
Я благодарю тебя, Равира Прайда Блессер. Давайте мы сейчас помолимся на языках и посылаем на разоренные города чудесные восстановления. О, май Блада Брейзер, потому что Бог нам сказал, что будут восстановлены пути для населения. И мы сейчас восстанавливаем этой молитвой. О, май Блада Ратейда Блессер, мы восстанавливаем этой молитвой пути для населения, которые были когда-то перекрыты. Мы убираем шлагбаумы. Май Блад Равира Каливарда Блесса Плот, Лавира Картера Пира Глессер. Благословляем тебя, страна наша. Благословляем наших соседей. Благословляем все страны близлежащие. Благословляем на прозрение. Благословляем на остановку во всяком зле. Благословляем на остановку во всякой ненависти. Во всякой мести, Господь. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. О, bless Jesus, love the Dazer. Я благодарю тебя, что пришло время, когда все предательское обнаруживается. Пришло это время, потому что свет зажегся. Свет зажегся, и никто не может спрятаться. Никто не может спрятаться. Во имя Иисуса Христа мы нейтрализуем любой замысел врага и говорим: ты ничтожен, ты ничтожен, ты ничтожен, ты ничтожен. Любой замысел врага, потому что Господь торжествует на троне своем, на престоле славы. Он сегодня поет торжественную песню устами ангелов, устами святых на земле, устами тех, которые поклоняются в Рождество и нейтрализуют колдовство, которое тоже дьявол пытается навязать в Рождество. А мы говорим: ничтожно, все, закончилось твое время. Закончилось твое время. И ни одно колдовство в это время и в этот сезон не сработает. Не сработает. Все будут удивляться. Как так? Всегда работало, а теперь не работает. Время закончилось. Время закончилось. Спасибо тебе, Отец, что это время закончилось. Это время закончилось! Потому что новый сезон и новый день. Рождение Иисуса Христа. Триумфальное шествие. Благой вести. Евангелие Царства по всей планете двинулось. 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 По всей планете двинулось. Торжествующий собор вместе с нами. Церковь первенцев вместе с нами. И мы приступили к этому народу многочисленному и сильному. Мы приступили к всем, которые долгое время ждали. Когда же церковь поднимется? Когда же церковь скинет путы? Когда же она встанет в полный рост и скажет: а я и дом мой будем служить Господу? А я и дом мой будем служить Господу? А я и дом мой будем служить Господу? А я и город мой будет служить Господу? А я и город мой будет служить Господу? Я и страна. А я и страна моя будет служить Господу? Я и страна моя будет служить Господу. А теперь в настоящем времени я и моя страна служит Господу. Я и моя страна служит Господу. Я и моя страна служит Господу. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, любимый. Это чудо мы ждем. Это чудо мы ждем. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. Принимайте семя веры чудо в Рождество. Принимайте, друзья, и ожидайте, как это будет. Ожидайте, как это будет. Ожидайте, как это будет. Удивительным образом Господь на этой неделе показал мне, куда Он ведет и с какими результатами. И я потому иду с полной уверенностью, что Господь пошел впереди. Господь пошел впереди. И это шествие уже никто не остановит. Поэтому мы сначала это видим в духе, потом это является в физическом мире. Поэтому все, что вы видите или видели раньше, не дайте это украсть. Не дайте это украсть, друзья. Пусть в рождественское время соберите все откровения, которые Бог вам давал за прошедшие годы, месяцы или дни, недели. Соберите и принесите Ему, скажите: Господь, вот это чудо я жду. Вот это чудо я жду. Но пусть там будет не только твоя судьба. Пусть туда включаются еще те, кто рядом с тобой. Пусть в эти чудеса включаются те, за кого ты в ответе, за кого ты молился или молишься. Поставь их рядом с собой. И покайся, если ты спал эти годы. Покайся и скажи: Господи, прости, что я дал себя усыпить. Но пришло время пробудиться от сна. Пришло время подняться в полный рост. Пришло время сказать: Господь, ты царствуй в моей судьбе. Ты царствуй в моей жизни. Ты царствуй во всех поколениях и всех народов. Ты царствуй. Отец, я благодарю тебя, что царству твоему нет конца. Царству твоему нет конца.
И Ты позвал нас в это удивительное путешествие. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что все люди на планете Земля узнают, кто их Спаситель. Но так важно, чтобы узнали не поздно, а пока еще есть время покаяться. Поэтому, Боже, прошу Тебя, чтобы это чудо явилось. Чудо звезды, пробуждающей к покаянию. Чудо звезды, пробуждающей к умножению жизни и влияния. Чудо Твоих лучей, которое исцеляет раны, восстанавливает все хромлище. Господь, я благодарю Тебя. О, друзья, сейчас Господь показывает, чтобы взяли каждый свою свечу. Посмотрите, горит она у тебя или нет. И если вдруг она погасла, скажи: Иисус, зажги ее прямо сейчас. Это свеча твоего сердца. Это светильник твой. Поэтому посмотри, насколько он сейчас уже ярко горит. Если пытается ветер затушить, то дай войти под покров этой свече. Боже, Боже, я благодарю Тебя, что Ты зажигаешь свечи вновь. Вновь зажигаешь светильники, которые угасли. И не только здесь, но с людьми за экраном Ты также работаешь. Ты очень нежно подходишь и говоришь: дай мне Твой светильник поправить вместе с Тобой. Позволь мне это сделать. О, my blessed Father Razor. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что эти светильники Ты сейчас восстанавливаешь. Возвращаешь чистоту через кровь Христа. Возвращаешь жизнь через свой огонь. Верни нам, Господь, пламя светильника, который весело горит и не угаснет. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что светильники больше не будут погасшими. Светильники горят в Твою славу. Принимай зажженный светильник из руки того, кто сам огонь. И каждый, кто рядом оказывается, обязательно загорится. Обязательно загорится. Отец, я благодарю Тебя, что здесь представлено много свечей. И те, которые упали, и те, которые стоят. Но мы говорим, все упавшее Ты восстанавливаешь. Помоги мне, Кирилл. Все упавшее Ты восстанавливаешь. И собираешь делателей на ниве Твоей, чтобы никто не остался упавшим. И я благодарна Тебе, Господи, что мы сейчас этот пророческий акт делаем и восстанавливаем всех упавших и говорим: Ты надобен Господу. Каждый надобен Господу. Каждый надобен Господу. И потому светильники поправляются. Дух жизни здесь. Свет жизни здесь. Для многих народов и многих-многих поколений. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя. Когда каждый говорит своему ближнему: крепись, крепись. Спайка твоя хороша. Ты хорошо трудился, но, может быть, ослабел пути. Но сейчас время восстановления. Сейчас время преображения. Это праздник Рождества. Это сезон Рождества. Не остановись в своем действии. Трудись дальше. Трудись. Потому что Иисус пообещал и сказал: пожнешь, если не ослабеешь. Пожнешь, если не ослабеешь. Пожнешь, если не ослабеешь. Поэтому пусть наши руки будут крепки. Пусть ноги наши укрепятся в правильном направлении. Не будут колени дрожать, и руки не опустятся, и голос не замолчит. Слава Тебе за это, Господь. В Твои святые руки я передаю Твой народ. В Твои святые руки я передаю сейчас тех, которые здесь. Lord Jesus, Kleda, Frada, Bless, Supply, the Blessed Price. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Посмотрите, как эта любовь льется сейчас. Свечи зажигаем. Сегодня друга ждем к себе. Прими друга, которого ты давно не видел. О, Иисус, зайди в каждый дом сейчас.
знаком, любимая, пока твой новый друг тебе свечи твои горят, свечи зажжем, его немного подождем. Спасибо, Иисус, что ты хочешь зайти в каждый дом. Свечи горят, любимые, звеня мелодии любви. Поднимай сейчас песню на высоты твои огня, каждую судьбу, улыбку принеси, каждую судьбу и подари тому, кто за огнем придет, песню любви, его любовь тебе вернет. Принимаем песнь любви, папочка. Принимаем огонь свой же. Свечи сгорят, отдав замерзшим горсть тепла, но никогда не высохнет родник Христа. Друг, понесем его по капле в каждый дом, и от него сегодня свечи мы зажжем. Спасибо, любимая, зажигай светильники. Зажигай светильники. Спасибо, драгоценные. Мы принимаем новый свет. Мы принимаем новую жизнь. Мы принимаем избыток света. Потому что тьма сгустилась над народом. Но ты сказал, не вечно мрак там, где он сгустился. Принесется ветер и расчистит тучи. Принесется ветер и расчистит тучи. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Папочка. Я благодарю тебя, что тьма не может объять свет, который зажигаешь ты. О, поднимай, Господь. На каждой башне поднимай сейчас свои рубиновые звезды, потому что ты сказал, что основание ты полагаешь на рубинах. И в нашей стране есть рубиновые звезды. И пусть они примут сейчас от тебя свет. Примут сейчас от тебя энергию жизни, чтобы стать основанием для этого народа во Христе Иисусе. Благодарю тебя, Господь. Передаю тебе это время с благодарностью. Передаю тебе это время с благодарностью, потому что мы хотим сейчас размышлять о тебе, о твоем воплощении, о твоих чудесах. И пусть расширяются сердца на принятие небесного источника. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь.